Здравия желаю, уважаемые подписчики и гости канала. Значит, продолжаем подготовку к зиме. Значит, скорее всего, оптимальный вариант отопления зимой найден. Вот его форма. Видите? То есть внизу лампочка и выхлоп идет наверх. Стальная система. Она на ножках. С этой стороны идет забор холода, а с этой стороны выходит жар. Нагревается за полчаса, значит, 300 градусов выходит. Потребление 64 ватта. Значит, для обогрева проверил вот сегодня. Для обогрева, значит, 30 кубов, 100% это подходит. То есть 30 кубов в комнату вот эта система обогревает. Это уже не только теория, а проверил на практике. Сейчас температура, видите, 26, включил я 20 минут назад. А было где-то 20. То есть за 30 минут нагревается она на 5-6 градусов комната. Значит, система работает на шиме. Можно применять такие, больше делать, если больше лампочку ставить. Но сама система, то есть, видите, чтобы внизу лежала лампочка внизу, а здесь конусом выходила. И здесь был для забора, видите, для забора воздуха отверстие. Значит, 300 градусов отсюда поступает сверху и обогревает комнату. 300 градусов в час. Возможно, и на большую комнату она подойдет. Проверим еще. Но пока проверка выполнена вот на этой комнате. То есть у меня 30 кубов воздуха. Прогревает, значит, на 30 кубов воздуха, по моим подсчетам, 64 ватта надо всего. А у них, значит, на 10 квадратных метров 1 киловатт. Каких 10 квадратных метров, блин? Здесь 30 кубов. Поэтому они написали, что квадратных метров, чтобы не это самое. Ну, чтобы людей дурить. Когда пишут на квадратные метры нагрев, это чтобы дурить, что вы предъявите, если у вас они написали 30 квадратных метров, а их нету. Что вы можете предъявить? Ничего. А я говорю, что на 30 кубов 64 ватта. А может даже и меньше. То есть жар хороший. Прогревание ее 30 минут. А сейчас нарисуем схему. Вот шим. Шим переменного тока. Значит, он делает от 10 вольт переменного тока до 230. А дальше вот эта форма. Вот такая форма. Значит, здесь вот поступает жар, здесь вот дырка. Сюда поступает воздух, отсюда выходит жар. Лампа 100 ватт. Но отрегулирована на шиме, потребляет 64. Значит, 64.
выходит 300 градусов. 300 градусов Цельсия. Отсюда заходит, отсюда выходит 300 градусов. Так, ребята. Кто не верит, там много сегодня писали, там мы не верим. Ну не верьте. Не верьте и платите. Что я могу с вами поделать? Благодарю вас за внимание. Всем удачи и железного здоровья.